традиции концерт в честь Дня государственного флага начался с исполнения гимна Российской Федерации. Присоединиться мог любой желающий. Также не обошлось и без многочисленных поздравлений официальных лиц. Во все времена наш флаг олицетворял могущество и величие родного Отечества. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня была всеми уважаема от мала до велика. Безусловно, благодаря этому флагу мы достигли многих достижений в мире. И он всегда олицетворял наши победы и в войнах, и на мирном поприще, и в космосе. Пусть наш флаг гордо реет над сильной процветающей страной Россией, знаменуя то, что мы с вами жители великой страны, граждане великой страны. Жители города хорошо знакомы с историей российского флага. Создан он был в нынешнем виде в 1885 году, и каждый из трех цветов имеет свое значение. Во флаге Российской Федерации три цвета – белый, синий, красный. Белый – это воздух, синий – это небо, а красный – кровь в честь наших предков. Это великий праздник, это же флаг нашей России, это гордость нашей России. Я Россию люблю, то, что я что в ней живу, в этой России. Тут все хорошо, тут все прекрасно. Также в честь Дня государственного флага прошла акция «Я гражданин России», в рамках которой несколько 14-летних нефтеюганцев получили свой первый официальный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».